Здравствуйте, друзья! С вами Татьяна, и я рада всем, кто заглянул на мой канал. В этом видео я хочу провязать с вами рисунок мережки, который я использую в кофточке на круглой кокетке. Я начала вязать себе кофточку из полухлопка на лето. Я потихонечку ее снимаю, и потом будет краткий обзор. У меня сейчас два проекта. Вот эта кофточка и кардиган, который я медленно вяжу, но верно. Потому что там очень тоненькая ниточка, и рука устает. Вот такие мережки. Состоит этот узор из двух рядов. И я набрала четное количество петель, плюс две кромочные, и уже один раппорт провязала, чтобы вы поняли, что мы вяжем, и чтобы видели. Итак, приступаем. Первую петельку я снимаю, кромочную, и теперь рабочую ниточку завожу на левую спицу, две петельки отсчитываю, и вот с изнаночной стороны завожу петельку, завожу и провязываю лицевую. Вот она. Видите, выходит. Провязала лицевую, обвела эти две петельки рабочей ниточкой и только потом провязываю одной лицевой эти две петельки. И получилось у меня было две петельки и осталось две петельки. Дальше опять завожу ниточку на левую спицу. Сзади, с изнаночной стороны, завожу спицу правую и вывязываю лицевую. Вот она вывязывается. Эти две петельки не скидываю, а обвиваю рабочей ниточкой. И эти две петельки вместе провязываю одной лицевой. И так далее. Провязываю лицевую, обвиваю и две вместе лицевой. Провязываю лицевую, обвиваю и две вместе лицевой. И вот так весь ряд. Давайте сейчас я побыстрее, чтобы не затягивать. А в конце еще раз покажу медленно. Ну вот, подходим к концу. Снова завожу левую спицу, на левую спицу рабочую ниточку. С изнаночной стороны правой спицы провязываю, вот, вытягиваю лицевую. Петельки не снимаю, обвиваю их. Обвела. И потом две вместе провязываю одной лицевой. И у меня было две, две и осталось. И снова. Вот так вот. Ой, сейчас, минуточку. Слетела. Так. Провязываю лицевую, обвиваю и две петельки вместе лицевой. Кромочную, изнаночной. И теперь вот при раздельном вязании второй ряд раппорта мы провязываем все петельки изнаночными. А при круговом вязании все петельки провязываем лицевыми. В этом и разница во втором ряду. Итак, буквально все петельки
провязываем изнаночными при раздельном вязании. Рисунок простой и красиво смотрится в круглых кокетках, в обшлагах рукавов, по низу изделия можно пустить, куда угодно. Мережки. Смотрится очень красиво. Сейчас я довяжу и покажу. Я довязала изнаночный ряд и еще немножко лицевыми, чтобы отделить и показать поближе, как смотрится. Вот такой рисунок. Очень красивый. И вы заметили, что край не закручивается. Значит, можно применять на обшлага. Вот так. Смотрится красиво, как орнамент. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я всем очень рада. Ну а с вами была Татьяна. Всем пока, до новых встреч!